на благо города. На днях в России отметили День предпринимательства, один из самых молодых профессиональных праздников. В Сочи в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано более 40 тысяч предприятий. В основном это оптовая и розничная торговля, гостиничный бизнес, общепит. Услугами местных бизнесменов пользуются не только жители, но и гости города, поэтому от их труда зависит в том числе имидж курорта. Самых активных предпринимателей от руководства Сочи наградили знаками за трудовые успехи на благо Сочи и за вклад в социально-экономическое развитие города. Занятие бизнесом – это не очень простое занятие. И те люди, которые ведут бизнес, они играют очень огромную роль в жизни самого города. От них зависит социальная стабильность города. Благодаря им происходит улучшение городской среды. Кстати, чествовали предпринимателей в новом сквере фестиваля не случайно. Он был открыт в том числе благодаря их труду и помощи. Ну а теперь парк будут украшать еще 10 пицунских сосен. Их высадили сами бизнесмены. Кроме того, сочинские предприниматели активно помогают городу открывать новые спортивные площадки, а также являются шефами школ и детских садов.